Всех с добрым утром! Всем привет! Всем привет из Германии! Да, всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. У нас сейчас завтрак, дети завтракают. Точнее, только один ребенок, другого я никогда ждаться не могу. Вон ее лежит. Тарелка, чай. Никогда зваться не могу. Данил уже доедает. Пить хочешь? Да. А я у Данила вот так вот чаем пою, ложечкой. Софике так наливаю, а Данилке... Нет-нет-нет, мне надо дуть. Мне надо дуть, сына. Убери руки. Горячее? Горячее? Вот так вот. Угу. Вот так вот он пьет чай. Потому что... Пока! Тепленький. Да, испачкался. Испачкался. Ну, ничего страшного, да? Потом вытерем. Потом. Кушай давай. Потом вытерем. Кушай. Испачкался, да. Кушай. Вкусно тебе, сына? Да. Ой-ой-ой, много взял. Вот так. Неси, уродик. Молодец, умница. София, пойдем кушать, пожалуйста. С добрым утром. Хорошего дня. Как у вас дела? Как у вас настроение? Весеннее. Только проснешься, приведешь себя в порядок. Уже надо думать, что же приготовить на завтра вкусное. Что вы сегодня приготовили вкусное на завтрак? А я... Мне еще надо подумать. Сейчас из этих ингредиентов на завтрак что-то вкусное приготовлю. Вы уже догадались? Какой вкусный завтрак получился. Это лимонные сырники. Ням-ням. Вспомнили о своей доске, на которой рисовать можно. У нас, когда здесь елка стояла, мы ее убирали в комнату Софии за дверь. Да. И тут София вспомнила маму, говорит, давай доску поставим рисование. Да, я тут всю семью, маму, папу, Данилу, Софику. Что, да. Рисуешь? Да. Угу. Вот Данилка они... тоже рисует, да? Вот Алинка, вот Софика, ага. А сейчас маму и папу. А вот этот большой кто? Какой-то человек. Какой-то человек? Понятно. Как ты рисуешь? В рот нельзя. Рисовать надо. Угу. Вот вы такая сыска. Молодец, да, похлопать надо, похлопать, да, вот, похлопать, вот его, как он рисует. А лавочка на лбу у него? Да. Понятно. Молодец, молодец. Да, хлопаю, хлопаю тебе. Молодец. Молодец. А мне тоже хлопают. Ты у меня вообще молодец. Ты у меня вообще молодец. Такая художница. Все умеет рисовать. Да? Да. Да. Я сегодня пришла к своей мастерице. Колдует моими ногтями. Да? Да, а кот нам не дает. А смотрите, здесь кто еще помогает нам. Как имя дали? Тогда только же столько вы купили вы. Бося. Бося? Ой, красавец, как подрос. Подрос вообще. И не дает работать. Представляете, не дает. Да. Играется. Ну что, я пришла от своего мастера. Как уже поняли, я у своего мастера была, привела порядок на каточке. И смотрите, какой маникюр и какой расцветки. Я даже, когда шла, даже и не думала, что такой цвет выберу. Весна, тюльпаны. Напишите в комментарии, как вам такой цвет. Какие они милые, когда вот так вот сидят, кушают, молчат, да? Приятно наблюдать за ними. Вы бы знали, что было примерно минут 15 назад. Софика была в туалете на горшок у себя. И что вы думаете? Я упустила этот момент, а Данилка впервые меня оказался и залез к ней в горшок, конечно же. Ладно, вот она по большому не сходила, только по маленькому.
Вот такой вот, такие у меня картины вот тоже получаются. А так вот сидят, как миленькие, такие безобидные. Да? Нельзя в горшок лезть к чужим. Как это? Да? Кака. Чужой горшок это кака. Софика, ты сядь уже рядом, тоже спокойно кушай. Данил, ты любишь Софику? А как ты любишь Софику? Как ты ее любишь? Ну, Софика это любит, да, Данил как любит. Всем привет! Поздороваюсь с вами лицом, а то все время закадровый голос у меня был, то детей показывают, то что-то. Сейчас хочу вам показать покупки для детей, но которые совершила не я сама. Покупки, совершенные на киндер-базаре и женой двоюродного брата Игоря. У нас тут неподалеку в городе был киндер-базар. Кто знает, в Германии по-любому знает, что это такое, да? Кто новенький из России к нам присоединился, киндер-базар – это как бы вещи со вторых рук. Родители узнают, где проходят вот такие вот базары детской одежды. Там есть специальные как бы даты, два раза в год, весной и осенью. Обычно это на территории какой-то школы. Собираются родители, там платят за аренду места, там стола, на котором они будут выкладывать одежду своих детей. И, в общем-то, продают. В основном одежда очень хорошего качества, ну, не... Разное всегда бывает, вообще-то что-то я... Но встречаются тоже вещи очень хорошего качества, встречаются даже новые вещи. И там вы можете купить все для ребенка, в общем-то. И даже рюкзаки для школы, представляете? И даже это. И как это? Киндерваген по-немецки у меня на голове. И коляски, и кроватки, и люльки, автолюльки, и сидушки, автосидушки, да, автосиденья. Там все, что связано с ребенком, там, в общем-то, родители выставляют на продажу. Немцы любят такое дело посещать. Всегда там очень много людей, прям пользуются спросом такие вот базары. К сожалению, об этом базаре я узнала слишком поздно, сама посетить я его не смогла, но жена двоюродного брата Игоря узнала размеры моих детей, она говорит, если что-то интересное увижу, обязательно для них куплю. Ну, конечно, она потом со мной согласовала, она набрала вещей, потом мне видеозвонок сделала и со мной советовалась, что оставить, что взять. Ну, вообще, я ей такое как бы задание дала, говорю, посмотри куртку, куртки для Софии, потому что там частенько бывают именно хорошие куртки, потому что в основном куртки не изнашиваются. Там штаны и лосины могут износиться, да, там, ну, кофта, пятно какое-нибудь неотстираемое. А куртки обычно остаются всегда как новые, потому что, ну, что ребенок должен сделать, чтобы куртка износилась? А обычно ребенку хватает на один сезон, потому что вот ты зимой носишь, на следующую зиму обычно уже ребенку оно мало. То есть куртки обычно всегда односезонные. Но, к сожалению, курток не было. Но давайте покажу, что она купила для моих детей. Ну, конечно, я потом отдала за это деньги, но все равно, кому интересно. И буду, кстати, говорить цены, что сколько стоит на таких базарах, кому интересно. Так, начнем давайте вот с таких вот штанишек. Вельветовые штанишки для Софии вот с такими бантиками. Черные в горошек. Штанишки стоят 1 евро. Дальше вот такие вот лосинки на лето. Ну, они велосипедки даже больше. Евро 50. Дальше вот такие вот шортики тоже для Софии. Белые джинсовые шорты. Они 2,50. Вот такой вот набор из 4 маек. Кстати, набор новый. Видно, что это вообще не ношеные для Данила. Это вот майки. Два варианта белые и синие. 2 евро стоит набор из 4 маек. Дальше вот такая футболка для Данилки. Она 1 евро. Тут ценник оторвался, но я помню, что 1 евро. Вот такая вот кофточка для Данила. Видите, как я люблю вот эти вот хлопковые с длинным рукавом. Такая приятная, хорошенькая. Она стоит 2,50. Дальше вот такая вот кофта тепленькая для Данила с начесом. Немножко на вырост, то есть на следующую зиму стоит 1,50. Для дома вообще хорошо. Вот такие вот классные джинсовые шорты для Данилки. Такая вот джинса зеленая
с рыбками. Вообще классные шортики. На лето самое то будет. 3 евро стоит. Вот такая вот кофточка с длинным рукавом на вырост для Софии. С воротничком. Тоже хорошенькая, такая приятная, как вафельная ткань. Стоит 1,50. В садик вообще хорошо будет. Вот такие вот шорты для Софии. Такие элегантные шорты. Это не надо вот летом, да, там с футболкой или с чем-то. Но вот такие, больше они такие осенние-зимние. С сапожками, там с ботиночками. Такие элегантные шортики. Стоят 5 евро. Вот такая вот платьишко для Софии. Тоже летом в садик носить. Ну и вообще хоть куда. Стоит 4,50. Дальше вот такие вот лосины, тоже для Софии, как вы видите по расцветке, 50 евро. Насчет лосин я сразу ей сказала, говорю, даже можешь не советоваться, если будешь видеть хорошие, без дырок, без ничего, не застиранные, сразу бери. Ну, по цене, да, если цена как бы не завышенная. Потому что лосины у нас уходят очень быстро, прям у нас у Софии колени рвутся на лосинах. Вот прям, действительно, она прям обтирает свои колени быстро. Не знаю, с чем это связано. И еще была одна кофточка, вот эта кофточка вообще классная, она подходит к одной вещи, которая у нас уже была в гардеробе. Вот такая вот кофта, посмотрите. Вот такая вот кофта с героями Диснея. Она стоит 4,50. Она бежевая. Посмотрите, как классно она подходит. Давайте возьмем вот так. Классно подходит под эти штанишки, которые мы покупали, кстати, в Турции. Когда в Турции отдыхали с родителями, на базаре я ей купила такие вот на одной ноге вот спереди вот герои Дисней и на другой ноге сзади другие герои Дисней. Вот, то есть здесь другие герои, здесь другие герои. Смотрите, как классно будет подходить это все вместе, такой классный комплект. Хотя штаны Zara, а это H&M. Но в том году был юбилей, это неудивительно, да, что они так подходят. В том году был юбилей у Диснея, ей Диснею исполнилось 100 лет, и многие-многие марки делали коллаборацию с Диснеем, прям, ну, многие действительно прям вот диснеевскую коллекцию выпускали, поэтому неудивительно, что они прям так друг другу подходят. Единственное, что это вот это молочное, а это белое. Ну, ничего страшного, думаю. А вообще, вот эта кофта почти как будто даже не ношенная. На ней даже следов стирки нету. Она прям вот действительно прям как будто даже не стиранная ни разу. Вот такая вот кофта. В общем-то, вот. Вот такие вот покупочки для Софийки и Данилки. Таких видео я каждый раз вас спрашиваю, ходите ли вы на такие киндербазары, как вообще вы относитесь к таким киндербазарам, напишите в комментариях. Я люблю, можете, в общем-то, по мне видеть, я за рациональное использование. Дети очень быстро вырастают, одну вещь носят максимум 2 сезона, это максимум, если повезет. Вещи почти новые остаются для детей, почему бы их не перепродавать. Так что я отношусь позитивно к таким вот киндербазарам. Как она наслаждается, ничего не мешает. Весь в пыли, мы ее... она опять сюда на стол. И спокойно лежит. Зачекайте, она на всех осела. Попробуй только выбери. Да, обратно выпрыгнет и ложится. Ой, твой видок, да, Гузель? Ой, я пришла за заказом, Балбрис. Ой, наверное, человек в такую погоду и собаку на улице не пустит. А Гузель вот прямо этот заказ нужен. Я ждала. Сейчас зайду, у нас дождь льет, я зонтиком. Прям как лето или осень. Представляете, вот такая погода у нас. Я говорю, такую погоду, наверное, хозяин свою собаку на выгуль не пустит. Я с заказом. Валбрис получила свой заказ и пошла в семейные. Потому что у нас у Аминочки кончилась батат. Пришла, а здесь опять новость. Смотрите, уже за 210 рублей. Подорожала уже опять на 10 рублей. Сходила, получила свой заказ. Это чудо-средство. Чудо-очиститель от Брэндфри. Теперь у них новая упаковка. И что вообще удобно, в упаковке теперь по 2 килограмма. Удобно и надолго хватает. Ранее уже я заказывала это средство. И вам показывала, делилась, как это средство хорошо справляется с пятнами на одежде.
Я очень рада, что у меня в доме есть такое средство, что универсальный и отбелит, и очистит. И вот уже, ну, тот заказ закончился, здесь у меня подкопился одежда с пятнами, это детские одежды. И есть, конечно, еще есть такие поверхности, что надо очистить. И вот я заказала, потому что с заданной задачей средство очень хорошо справляется прямо. Я уже вам показывала, как хорошо справляется пятнами на одежде. Давайте-ка проверим его, как справляется на других поверхностях. Кипяток. Сейчас какой реакции пойдет. Какое бурление. Мне вот этот эффект нравится в этом отбеливателе, когда вот это бурление. А буду я очищать своим блинницу. Видите, уж в каком виде уже моя блинница. Все. Спускаем. И оставляем на часок. Бурлит, бурлит. Также я хочу свои кроссовки привести в былой вид. Эти кроссовки, уже сама не знаю сколько лет, их уже я одеваю во дворе. Они были когда-то белые, а сейчас уже серые, можно сказать, вообще какой цвет. Сами уже видите, и хочу привести былой вид. Так что сейчас отбеливателем приведем порядок мои кроссовки. Ну что, шнуровки я сняла, пускаем. Я вам показываю свою сковородку-блинницу до, а сейчас я вам покажу после. Смотрите, в каком в идеальном состоянии. Никакого нагара не осталось, прямо в идеальном. А кроссовки какими чистыми стали. Хотя этим кроссовкам уже более 5 лет. Смотрите, какими чистыми они стали. А подошвы. Белее белого, белее белого. А кто-нибудь внимание обратил, когда я замачивала свою сковородку-блинницу, свою обиходную эмалированную миску? Когда я вытащила свою сковородку, слила воду, я посмотрела на свою миску. Какая чистота! Смотрите, я уже сама забыла, что так выглядит эта миска. Про это средство можно только одним словом сказать. Вау! Во-первых, без хлора, без запаха, гипоаллергенный. Я прямо рада, что у меня в доме и в хозяйстве есть такое средство. Может, кому-то понравилось это средство. Это средство можете приобрести, купить в Алпристе, в Озоне. Конечно же, я вам обязательно оставлю ссылку в описании к видео. И пользуйтесь с удовольствием. Для тех, кто живет в Германии, это не новость, то, что я сейчас покажу. Наверное, часто такое видите на дорогах. А ты, кто живет в России, посмотрите, какой транспорт существует в Германии. Да-да, вот этот вот транспорт. Там сидит один человек и крутит педали. Ну, скорее всего, у него там как электровелосипед, знаете, с помощью. Не просто как обычный велосипед, потому что он уж очень слишком быстро едет для того, чтобы самому крутить педали. Наверное, там принцип как электровелосипед. А вообще, если вот так вот просто чисто педали, вот так вот крутят и тоже едут. У него работает. И поворотник. Но я говорю, у него электричество есть, поэтому, наверное, как электро... Этот, как его? Электровелосипед. Мы вышли на воскресную семейную прогулку. Точнее, приехали. Приехали мы в Метцинген, на Вайнберг. Кто давно нас смотрит, тот знает, мы здесь любим гулять. Не знаю, вот почему-то это место нам нравится. По крайней мере, мне. Но я когда Игорю предлагаю никогда не отказываться, значит, ему тоже нравится. Приехали к закату. Так красиво. На высоте мы. И будем делать здесь пикник. Заехали, купили еды. Игорь купил себе гюрус. Ой, наоборот, дюнер. А я себе гюрус купила с кальмарами. И Софике тоже так же. Сядем и будем делать пикник. При такой вот красоте. Кстати, второй дом, который мы смотрели, с видом на эту гору был. То есть где-то здесь вот этот дом, где-то здесь. Я его сейчас, конечно же, не увижу и не пойму, но вот у него вид был как раз на эту гору с ванной комнатой.
Вот такой вот у меня гюрос, точнее пита, с кальмарами, с колечками из кальмаров, точнее. Картошку фри взяли. Игорь вон дёнер ест. Сок я тоже взяла из дома с собой. Софикин вон пита, Софикина пита лежит. Данилка, пожалуйста, стой на месте. А Данилка мясо кушает из дёнера. Да? Пока мы кушали, посмотрите, как на улице темно стало. И не менее красиво, да? А может быть, даже более. Посмотрите, какая красота. Все лампочки включились, фонари, дома включили свет. Вообще такая красота. Мне нравится вот так вот. А птички-то как поют уже. Прям весна-весна. На 8 марта я себе купила подарок. Это лотерея, русское лото. Так и хочется выиграть джекпот. Пожелайте мне удачу. Сейчас скоро начнется передача. Передача закончилась. У меня такой азарт, адреналин. Потому что 5 билетов. Успеть надо зачеркнуть. Все успеть. А я одна. И знаете, я выиграла. У меня 5 билетов, 4 выиграли. Представляете, какой у меня выигрыш на эти 4 билета? 700 рублей. 4 билета выигрыш. Я, ну, конечно же, у меня в минусе 50 рублей, потому что один билет 150 рублей. Но знаете, вот это у меня настроение, они же все-таки у меня билеты выигрышные. Я все равно, у меня мечта и надежда, что я еще выиграю джекпот. Выиграю. Как говорится, надежда умирает последней. Вот так что у меня вот какой сегодня. У меня сразу какое-то настроение поднялось с утра. Потому что из каждой мелочи найти надо для себя, чтобы настроение поднять. Да, маленький выигрыш, но же выигрыш.